Добрый день, уважаемые друзья нашего канала «Настоящий узбекский». Приветствуем вас сегодня из центра города Ташкента, с улицы Сайлгов, или как ее еще называют в народе, просто Бродвей или Ташкентский сквер. Это пешеходная зона, которая свободна от автомобилей, и начинается она примерно от юридического университета и заканчивается площадью Мустакилик. Вот вы видите эту улицу перед собой, она была очень оживлена в середине 90-х, начало 2000-х годов. Потом долгое время улица пустовала, и вот за последние годы власти снова предпринимают попытки оживить ее. Здесь можно снова увидеть представителей различных творческих профессий. Вечерами проводятся небольшие выступления уличных музыкантов или уличных танцоров. По обеим сторонам улицы Бродвей расположились ремесленнические ряды, где вы можете познакомиться с ремеслом Узбекистана, а также приобрести понравившиеся вам изделия и сувениры. Особенно улица полна народу в выходные дни или вечерами в пятницу. Ташкентцы очень любят улицу Сквер или Бродвей, ходят сюда со своими семьями вечерами просто погулять, покушать вкусного мороженого и посмотреть на выступления музыкантов и танцоров. Здесь также расположены свободные художники, можно попросить их нарисовать за определенную плату свои портреты или же приобрести у них уже готовые картины. Посередине улицы расположились торговые ряды, различные бутики, а также есть несколько ресторанов, например, ресторан «Бродвей» или ресторан «Нават». Молодежь проводит здесь вечерами свои танцевальные батлы. Многие предпочитают просто брать велосипеды в аренду и кататься вдоль улицы. Вечером в Ташкенте можно прогуляться по улице Бродвей или Сайлгов и просто насладиться вечерним Ташкентом. Большое спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте много нового интересного об Узбекистане.